Итак, всем привет, други мои. Сегодня я вам хочу рассказать, какой доход я стал получать в 2024 году. Как я вам говорил уже, я открыл для вывода дохода в 2024 году в начале весны, в марте месяце, Челябинвестбанк, расположенный в Челябинской области России. Там можно выводить деньги с Ютуба. Правда, они берут комиссию 30 долларов, минимальную комиссию. И, ну, до 1000 долларов они берут 30 долларов. То есть, что ты снимешь 100 долларов, они с тебя возьмут 30 долларов комиссии. Что ты снимешь 1000 долларов, они с тебя снимут те же самые 30 долларов комиссии. То есть тут выигрывает только тот, кто выводит больше денег, меньше комиссии в процентном соотношении. Но так у них 3% комиссии, это если кто выводит 2-3 тысячи долларов, то есть с них берут 3% комиссии, но не менее 30 долларов комиссии. Вот я вам хочу рассказать, значит, за 2024 год расчетный доход у меня 267 долларов 58 центов. Значит, самый большой доход я получил за один день 22 марта 2024 года. Это почти что 32 доллара. 31 доллар 91 цент. До этого самый высокий доход был 15 долларов 45 центов. 3 марта 2024 года. Ну и потом 12 мая я получал 5 долларов 29 центов. 14 мая получал 5 долларов 2 цента. 16 мая 5 долларов 13 центов. Ну вот, получал я много дохода. Ну и последний, самый большой доход был 28 июля 2024 года. 3 доллара 77 центов за один день. Ну и следующий день, 29 июля, 3 доллара 20 центов за один день. Вот такой доход вы можете получать с YouTube. Но опять же повторюсь, вам надо, чтобы за один день просматривало 5-10 тысяч просмотров. А чтобы получить 22 доллара за один день, это там вам вообще надо, чтобы 100-200 тысяч просмотров было за один день. Вот такие вот дела. Значит, как вы знаете, для монетизации канала надо не меньше 1000 подписчиков иметь, не менее 4000 часов в год просмотров вы должны иметь. Вот у меня сейчас, я вам сейчас хочу сказать, значит, сейчас у меня подписчиков 4810 подписчиков, за год просмотров 65 700 часов, то есть больше, чем 4000 часов, примерно в 15 раз больше. Ну и просмотров у меня за последние 365 дней 1,2 миллиона просмотров. Расчетный доход у меня 267 долларов 58 центов. Вот я вам рассказал о своих доходах за 2024 год и за конец 2023 года. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Ставьте ваши царские лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.